6. Виноградов Станислав. Номер 4. Щербаков Дмитрий. Номер 30. Каменщиков Антон. Номер 32. Алексеев Александр. И номер 34. Альняшев Андрей. Партнерши под номерами 35. Боровчук Наталья. Номер 15. Пьёрочка Александра. Номер 49. Романова Эльмира. Номер 33. Фомичева Наталья. И номер 37. Ушакова Анюша. Итак, дорогие участники финала «Продолжающих», я вам должен объяснить одну вещь, которую вы должны знать и, соответственно, выбирать. Дело в том, что у вас будет две мелодии, в отличие от начинающих, и выбор первой мелодии будет за вами. А именно, вы можете в первой мелодии выбрать современную, либо быструю, либо медленную композицию. Вторая композиция будет R&B или Soul. Соответственно, будет она зависеть от того, какого будет ваш выбор первой мелодии. Быстрая и медленная. Более случая, сказал диджей, поэтому... Итак, Виноградов Станислав, вам придется первым испытать эту систему. Прошу, партнерша. Я, наверное, отсюда уйду. Можешь прикрыть ее? И это? Выключить. Булдакова Люся! И ваш выбор, соответственно, от первой мелодии, современная мелодия, медленная или быстрая? Медленная, сказал партнер, вообще не посоветовавшую систему, молодец. Медленная мелодия первая, а вторая будет, соответственно, Soul или R&B. Удачи. Thank you.
Мама, я скажу, я понять, да, как можно из грустной песни сделать веселую тачку. Щербаков Игорь, люди добры. Выбирает, смотрите. Все, руки не держат. Все, да, все отлично, а я могу, нормально. Фоминова, да? Простите, пожалуйста, как вам нужно выбрать, да, если вы будете советоваться, то друг с другом. Алло, смотрите, мне нравится это. Да, давайте, выбирайте. Слово? Первое слово, современное слово. Хорошо? А второе уже от вас не зависит. Is everything alright? You look up to the sky, you long for something more. Darling, give me your right hand. I think I understand. Follow me and you will never have to wish again.
А то конечно, будьте добры. И это выбор, прекрасный выбор, 35 Боровчук Наталья! И, конечно, вам нужно выбрать, господа, первая мелодия, современная мелодия будет быстрая или медленная. До этого все выбирали медленно. Насколько быстрая? Сейчас узнаете. Быстрая! Быстрая! Вау! Я! So
Saved my life again. I want you to know.
Спасибо большое. Говорят, все-таки полскейт. Полскейт, будьте добры, приглашайте своего парняшу. И еще одна мелодия вам для того, чтобы вы наконец-то расслабились. И все-таки показали то, что вы действительно... Много места не нужно, все равно. Нашим судьям. Судьи делают необходимые заметки. Вы можете им поклониться и всем остальным нашим зрителям. Спасибо большое! Это финал, продолжающий Вестков Свинь в России. Будет небольшой перерыв, после которого мы сможем вам объявить окончательные результаты обоих финалов. Так что пока что танцуем.